Мина решение о закрытии Фабзаути. Это не была шпичерица. Это политика. Подлая политика. Вот именно. Горячие плячики, плячики, горячие плячики. Кому горячие плячики? Пожалуйста, горячие плячики. А сколько плячики у тебя денег? 42 рубля и 37 копеек. Хлопцы собрали. Горячие плячики. Вот тебе 15 рублей. Бери, не стесняйся, бери. Спасибо. Да, на поезд не опоздай. Нет. Не опоздай. Василь, возьмите горячие плячики. Ой, Василь. Забыл, совсем забыл. Вот это тебе. На кой шут он мне нужен? Для документов. Экстренный выпуск, экстренный выпуск. Покушение на Муссолини. Стрелявшие пробили нос на Муссолини. Экстренный выпуск. Ты что вздыхаешь? Болит? Да нет, ничего. Просто, просто подумал. Ну вот добьюсь я в Харькове правды. Через месяц закончим Фабзауч и разъедемся то куда. Шел бы ты лучше в вагон, Василь, а то отстанешь. Тебя вот в один город пошлют, а меня в другой. Слушай, Василь, ну откуда у тебя эти мещанские вздохи? Ты же член бюро, пример должен подавать. А ты вот еще о любви заговори. И заговорю. Но если все будут вздыхать, да о любви думать, ну кто же будет бороться? И вообще ведь это типичное мещанство. А с подобными явлениями надо кончать. Стараюсь. Только не получается у меня ничего. Можешь поставить вопрос на бюро о том, что Василь Манжура вздыхает. И поставлю. Встань. И поставлю. Эх, все равно прорабатывать будут. Вот. Портфель! Что случилось? А чего встреча. Мне диктор сказал, что вы здесь. За кордон? Эх, поймал бы я этого человека, который подлую сплетню пустил. Эх, хлопцы. Знали бы, сколько мне испытать довелось. Так, а я думал, что встретимся по-хорошему. О, нет у нас пути, у нас в руках винтовка. Яшку Диктор не видели? Вот он, завод имени красного лейтенанта Петра Петровича товарища Шмидта.